звезда фильма 007, Спектр облачилась в сексуальный наряд от своего друга. Кинодива побывала на показе документального фильма «Вэри Ральф» в Париже. HBO снял его к юбилею 80-летнего американского дизайнера Ральфа Лорена. Кавалер Ордена Почетного Легиона пригласил на премьеру ленты своих друзей, среди которых были Изабель Аджани, Летиция Каста и Моника Беллуччи. Культовая итальянская актриса предпочла стильный наряд, автором которого выступил Лорен. Брюнетка подчеркнула стройную фигуру черным платьем с белым воротником и манжетами. Под полупрозрачной тканью эффектно просвечивалось белье, короткая комбинация. Беллуччи подобрала модные аксессуары. А она выбрала маленький золотой клатч в тон тонкому поясу, которым затянула талию. Образ дополнила обувь на высоком каблуке. Бывшая жена французского актера Венсана Кассели сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Она выделила их черными тенями, а на губы нанесла светло-коричневую помаду. Лук завершила аккуратная прическа, артистка выпрямила волосы и уложила челку на левую сторону. Актриса поделилась совместным фото с Ральфом Лореном. Они запечатлены на фоне роскошного интерьера с золотой лепниной на стенах. Беллуччи ранее восхитила публику в Риме. Актриса в прозрачном топе пришла на гала-ужин Национальной галереи старинного искусства. Ранее она показала оригинальный аутфит в элегантном платье с декольте. Моника снялась в жакете на голое тело для гламурной фотосессии.